На самом крайнем севере чудес и тайн полна. Среди лесов затеряна деревня есть одна. Там в рощицах березовых покой и тишина. Деревня Дед Морозовка, родная сторона. Далеко на севере, где-то в Архангельской или Вологодской области, есть небольшая деревня Дед Морозовка, в которой живут Дед Мороз и его внучка Снегурочка. У них есть забавные помощники – снеговики и снеговички. Они учатся в специальной школе для снеговиков. И с ними, как с обыкновенными мальчишками и девчонками, все время происходят разные веселые истории. А еще они мечтают о том, чтобы на Новый год дедушка взял их с собой развозить детям подарки. Непременно почитайте эту замечательную книгу о забавных и смешных приключениях снеговиков и снеговичек. И узнайте, сбудется ли мечта главных героев.